Поп, сделайте шум в этом здании! Итак, второй раунд. Участников стало в два раза меньше. Один на один шаг приблизились к финалу. И мы продолжаем. На танцпол приглашаются два мощных бибоя, которые получили второй шанс после трех раундов. И сейчас делают точно так же по три раунда. Первый из них – это Цыга! Пошли! Цыга, back on stage. Его оппонент в этой битве – бибой Цыпадрон! Ага, вот он! Цыга, пару шагов вперед. Цыпадрон, пару шагов в центр. Ну что, глубокий вдох, глубокий вдох. Три раунда. Цыпатрон здесь, Цыга здесь. И сейчас мы узнаем, кто сильнее, Цыга или Цыпа. Погнали! Давай! И ставьте лапу! Я не знаю, понимаете ли то, что происходило здесь сейчас, но то, что делали эти парни, требует долгих лет усилий и тренировок. Давайте их поддержим за этот труд! Это многого стоит. Каждый из них достоин места в полуфинале. Но судьи выберут только одного. Judges,
Your decision, please. 3, 2, 1. Циппатрон 2-1. Давайте пошумим для Цыги. Хорош. Еще немного шума.